На самом деле, вот эта вот тема, прессинг, давление, настроение на ближней дистанции, можно было бы сделать два отдельных семинара. Мы сначала давим, прессингуем, утомляем соперника, а потом из него начинаем вязать веревки. Помните то, что если будете делать все то, что я вам говорю, рисков того, что вы чего-то отдадите, нету вообще. И то есть твоя задача именно утомить его. На какие-то его там дополнительные реакции ты постоянно держишься фронтально на него и не даешь возможность, чтобы он как бы убрал твой вес. Сейчас я понимаю, что он хорошо, уверенно стоит на ногах, допустим, какой-то вольник, и как бы он может нормально отступать. Я делаю что? Смотрите, я сейчас на промежуточную ногу ставлю свой вес, и левой ногой я делаю широкий шаг в сторону, и правой ухожу назад. И теперь плечом туда, внутрь. Все, мы его здесь задавили. Здесь я также, поднимая свой таз, продолжаю на него давить. Всю дорогу продолжается, просить давление вообще никогда не уходит. Ты сейчас бегал на своих ногах. А ты должен бегать на его весе. Во, отлично. Да, дави. Кроме того, как защититься, он ничего не может делать. Никакой подхват, бросок, там, проход, зацеп. Ничего у него не работает, потому что у него выключено крыло целое. Я продолжаю его подавливать.